действительно поставила цель, взялась плотно 4 месяца, 3 раза в день. И вот расскажите, пожалуйста, полностью, какой мы подводим итог. То есть препараты пить перестали? Я вообще нет. На сегодняшний день я, наверное, уже месяца полтора я не пью ни одного препарата. А скажите, я прекрасно. Насколько вы сейчас натренировали кишечник в плане опорожнения? Ну, утром я хожу как по часам. Слушайте, ну, честно, я тоже. Поэтому я считаю, это, в принципе, абсолютно нормально, когда идет такое. А вот скажите, вы начали говорить о том, что вот когда вы начали пользоваться мейс-стимулятором, стало всего выходить намного больше. То есть, я так полагаю, вы еще и от этого и похудели. Да, я похудела. А получается, все-таки... скажите, а много вы тратили вообще денег вот на эти препараты? Это не в сказке сказать, не пером писать. Ну давайте, сколько в месяц? Я просто умею считать, и тысяч пять точно у меня уходило на медикамент. Это в месяц? Да. О, смотрите, 5 тысяч в месяц, 12 месяцев, 60 тысяч в год. 60 тысяч мы умножаем на 12 лет, и у нас получается просто вообще нереальная сумма. Это, наверное, как стоимость там нашей нейромассажной кровати. Да, да. То есть, смотрите, что интересно, на таблетках от давления мы пропили 7 ковров, считали с вами, а здесь просто от того, что у нас была проблема с пищеварением, мы пропили целую кровать. Слушайте, ну вот, дорогие мои, еще раз убеждаемся о том, что насколько выгодно быть здоровым, когда действительно человек начинает считать, понимает, что это просто вообще какие-то нереальные. Мы вот смотрим на этот пояс, он у нас, вот я честно говорю, стоит это копейки по сравнению с тем, сколько люди тратят. Я считаю, вообще его нужно в цене в раза 3 поднять, потому что действительно, какой он приносит пользу, это просто нереально. Поэтому